Вернемся к этой игре хотя бы ненадолго, пока я совсем не погрузилась в работу. Пару часиков. Вот обещаю, что пару часиков. Пойду работать. Работку, а не вот это вот все. На 4 главе. No. Да, сейчас заебись. Did you know about Hugo? I wanted to tell you, but you should have. We're talking about my brother. Еще там есть твоя мама. I didn't know Magister Vaudan would tell you like this. Lord, I can't. Let's just keep going. Fine. Я надеюсь на пару часиков. Если что, гоните меня с ссаными тапками. Я, честно говоря, не совсем помню, куда мы идем и зачем. Но, видимо, зачем-то очень важно. Ага, все. Чума разрастается. Но ты же не враг мне. А мне надо это. Покупать всякое разное. Вкусняшки, например. А для этого нужны денежки. Поэтому надо меня выгонять, работать. There is no need to panic. Хрена себе нет. Лучше бы вы нормально сказали, что у нас чума. Ебитесь лесом. Или уезжайте отсюда, или баррикадируйте дома. Спасибо. Нам нужно для лодки добраться, для того, чтобы что-то сделать. На самом деле, я уже забыла, что. Но поздно. Ну, смотря в какой начину, в принципе, можно. Блин, ну мне прям это расстроило. В смысле без убийств? У меня есть проща. И она чешет мой карман. Ну да, можно. Господи, ну зачем вы переводите клавиатуру? Зачем вот вместо ЕУ? Ну кто вас такому учил? You asked me to ask Magister Vaudan about the island. The fresco in his lodge. What did he say? He said it's just a symbol. A two-peak symbol, just as in Hugo's dream. I know. The island, the macula waking up, the order. It's too much. Glad to hear you say it. It helps me not to feel alone in this. You're not. I'm here. Какой милый мальчик. Только маленький. Да. Это да. Не, ну можем, конечно, взять один фонарик и тихонько умереть все в одном углу. Sorry, Amicia. For Hugo. Но это будет не так весело. All right. Remember, no more killing soldiers. No more killing. Первое, что я сейчас сделаю, это пойду кого-нибудь убью. No kills, no being spotted. Let's get this boat. Да ну. We're here. So where's our boat? Red and white sail. Right there. It's still there. Good. I hope our pilot is too. Good point. Что тут никого нет? Да я гляну. Может, здесь что-то валяется, типа. Цветочка. So fine. I'll take it. For Hugo. A gentian, I think. I'm sure he'll love it. I'd like to offer him so much more. He loves anything that comes from you.
У него какой-то адский комплекс сестры, честно скажу. Как-то она нездорово ко всему относится, что относится к Хьюго. Так, мы отсюда вышли, нам сюда. Все-таки. Ну, не уж он думает, что мы без крови обойдемся. Ой, смотрите, что там такое. То, что я думаю, это оружие для убийств, которое мы, естественно, не будем делать. Я не могу взять спирт. Серьезно, они не дают мне воспользоваться прощой. А если я стелсовый инвалид? Куда пошел в третьей космической? Я проснулся диагент. I heard it left nothing but mass graves when it happened in Guiyin. Yes, and soon you will take your place in one. This lockdown is gonna get them all killed. Yes, it's going to be terrible. A real rat's carnival. All right. Не-не-не, мы не любим учиться на чужих ошибках, дурочка. Что там в этих горшках? Yes, they built it in a hurry, and it's blocking our path to the boat. Let's get closer. О да, селитра. Селитру я люблю. Спасибо. Если не знаю, что подарить девушке, подари ей селитру. Все, мне дали оружие убывства. А, это я могу ошлеплять. Прыс пока нету. Прыс. Ну, прыс тоже нету, в общем-то. Ну и крыс в том числе. Еще больше селитры, да, детка? Их двое. Они в членах. Soldiers, helmeted. We'll have to sneak around. Hopefully there's a side way to pass that gate. What do you think is behind it? We'll know way too soon. You believe they'll make it this time? I believe nothing. I just know bodies keep coming from the city, and we had too many of our own. I should have gone to see my mother when I could. Pray. It's all we have left. And that's not much. Я еще подумаю. Я здесь могу их отвлечь, и там могу отвлечь. Двоих отвлекать в одну штуку — это очень опасно. Здесь есть проходик, куда я пойду, как только этот черт это вернется. Мне просто интересно, где он. Там где селитра. Мне очень жалко, что я их не могу глушить. Вот глушить было бы прям здорово. А еще сера.
Ага, у нас несколько их. А нет, стоп. Где передние? Все равно его привлекает, ты посмотри на этого говна. Сок. I think I heard something. All clear. Ты не видишь меня. Никто меня не видит. Встал же на место там. Зачем можно не убивать, когда можно убивать? Yes. Если будете сильно шуметь, там ребятки, конечно, не порадуются. Нет, ну они порадуются. Свежему лицу. А вот нам не очень. Батюшка. Ну, если они выйдут йо-хо-хо, то планирую. Если не выйдут йо-хо-хо, то нет. Я подожду, когда будет йо-хо-хо. Что это за звук? It's too late. Don't go any further, Amicia. Oh, Lord! Именно. Я готова была бы купить. This is impossible. There are so many. How are we going to cross that? Liquid on the ground. It's from their jars. It smells like tar. If it is, it's highly flammable. Try setting it on fire. Yes, yes. Let's try. А где эта жидкость-то? Я тоже жду. Я периодически просматриваю, есть ли квери или нет. А, вот, смола. Все окей. Давай. I didn't expect that. Neither did they. Careful with those flames. Да ладно, немножко подожженной жопы. Это не так уж плохо, наверное. That brazier. It can be pushed. Yes. У нас есть палки? Почему у нас никогда нет палок, когда они так нужны? Палки — это чудесная вещь. Ой, все. Ладно. Короче, поехали. Let's hope Marseille is different. Wait until the rats invade it. Amicia, the order will have special buildings in Marseille. Equipment and people. Мы это говорили, в общем-то, в прошлый раз. How do you think this will end? Staying here is dying anyway. It won't go further. Вообще могло бы, если бы вы приложили чуть-чуть усилий, типа приподнять сзади, немножко спереди и перенести. Так, вы же не ко мне бежите? Нет? Вот и не надо. Так, у меня теперь селитры до хера. Ух ты, да вы чё? Праздник какой-то? Серы мало. Ага, ладно. Давайте теперь мне серы отсыпьте. Можно ушной. Дружочек, что-то вы слишком активны, и вообще бы мне... О, надо в другое место. Вы пойдете покушать, я надеюсь. Нет, оно сначала затушить. Ну да. О, фак. Ладно, я проебала немножко
Посмотрим, так они пойдут? Пойдут. The rats destroyed the rest of the pontoon. Let's hope we'll be able to pass. О, да, сера. Не стесняйтесь, давайте мне еще серы. Let's try through here. Да вообще. What a mess. Она забавная адвенчура. Звезд с неба, честно скажу, не хватает, но как бы. But they were here. Look at this. Locked from the inside. Как их мило подъели, прям наполовинку. Да? Ну то есть это можно с этим приятно провести время. Вот легкие головоломки. Просто маленькая камерно рассказанная история. На часиков 9. Как обычно, да? Don't panic. We have resin. It just needs that people spotted. So we're making tar now. I know, but it shouldn't take us long. Well, let's get to it. Good. Shall I handle the resin? Еще учитывая, что ты индюшная, то вообще отлично. Yes, go up that ladder. I'll move the platform closer. On my way. Yes. Turn it all the way. Leave it to me. Good. Hold it until I tell you. All right. Хорошо, родной. I'm ready. I'm letting go. Hang on. Whoa. Come back to the basins. Coming. Слушай, солнце мое. I see. It's alcohol, of course. Are we ready? А, все, поняла, что ты от меня хочешь. Да, индюшки гораздо более качественные, чем последний AAA. Do you know the quantities? No, I'm improvising. Please, don't kill us. Ой, да ладно. Good. I think you can light it up. All right. Let's see what our tar's worth. Here we go. It's working. Yes. Слушай, только теперь аккуратно. То если они начнут. That's one step. What now? I'm stuck. Wait. I think they experimented with some ingredients here and yes, that could work. I'll throw them to you. Давай. These beasts are really close. Да ладно. Ну, конечно, close, но. Say when you're ready to catch. Go! You've got resin and alcohol now. Mix them. Ага. У меня что-то новенькое появилось. Ладно. Все, две штуки. Большими резервуарами. Окей. Могу я сюда, кстати, кинуть? Или... Да, давай еще. If you fail and need one more, just ask me. But please focus. А, ты хочешь, чтобы я туда кинула? Хорошо, я туплю. Сори, малыш. Ну слушай, ты хоть мне все ингредиенты даешь, на том спасибо. Или нет? Куда ты хочешь, чтобы я это швырнула? Сюда я не швыряю. Ой. По-моему, он смотрит на меня очень разочаровательно. Малыш.
Ну, после этого надо поджечь, да. Не, ну это здорово, конечно. Малыш и Карлсон. Попробуй сюда, конечно. Ну нет. Он больше не хочет мне ничего давать. Ты же сказал, что только что. Если мне что-то понадобится, я кину. Кидай! Я могу сказать. Ладно, давай попробуем. Ну, блин. Мне надо будет две кинуть, я, скорее всего, не успею. А, вот. Я потратила кучу ресурсов, но ты не хотел мне больше древесную смолу кидать, засранец. You saved my skin. The tar did. This stuff works miracles. Anyway, thank you. No need for that. Может, я здесь что-нибудь оставил? Нет, только с другой стороны. Чё, только две смолы нашел? Вот тебе не стыдно, мелкий? Да. Но почему-то она не растекалась, как мне хотелось. Скорее всего, ее надо было не через прощу кидать. Вот в чем была разница. Там сундучок, конечно, стоит клевый, но, блин, это опять перебегать обратно к крысам. Эфир с ним. Я так дофига ресурсов потратила просто впустую. Скорее всего, надо было горшочек кинуть. About Hugo, I was stuck between Magister Vaudan and your mother, and I have no excuse. I was wrong. It's just I wasn't prepared. I can't lose him. I can't. Слушай, а ты думаешь, мамке хочется очень сильно его терять? Ну, типа странненькая бабень. О. Опять? А, нет, смотри-ка, у этого верхнюю половину съели. Но как-то кишков у него слишком много вылезло. Вот это уже более-менее. А, это или вот та первая часть твоя. Собери человека. О, элементы. Скоро я смогу прощу где-нибудь проапгрейдить. Да. Вопрос в другом. Как этот-то пролезает? Ну, то есть он еле-еле держит. А как он пролезет? У него ручки-то слабее, чем у тебя, женщина. Типа, или он мужик, он справится. И здесь вообще ничего нет, что ли? А шмать. А людь. А что-нибудь. Over there, Joe's ship. We're quite close. Yes, let's go. Oh, they're here. It's infested down there. Wait, look. There's resin down there, and a barrel of diluent over there. They were making more tar here. Let's use it to open a way to our boat then. Yes. Back to making tar. What a day. Ну я могу только пройти вниз, но это ничего не изменит. Хотя, нет, я наверх не пропрыгаю. Давай. Тогда крутить. All right, let's see what you do. It controls the footbridge. We need that thing here. Hey, who are you? We're just crossing. Well, you won't. I've been stuck here for ages with those rats. I need to get out of here. Ah. We have a plan. Do you have access to that footbridge? Yes, but I'll need your help. They raised the bridge. I can handle that. Так, и как мы can handle it? Да, у меня все еще нет смолы.
и очень мало игнифа. А ты готов здесь это делать, да? Куда ты меня хочешь послать? Блин. Я как-то могу разрушить этот местечко? Непонятно. Ну, что могу сказать? Крысы слегка возбуждены моим присутствием. Альт? Что это такое? А, я делаю это ярче, что ли? Да, это суперфейсио. Но это только для отвлечения внимания. Я ж как-то могу куда-нибудь забраться? Он занял мое место крутильщика, мог бы остальным заняться, ей-богу. Ты смола или не смола? Если я кину, по-моему, это просто вода. Если я кину сейчас сюда огонь, я просру огонь. А, я даже ничего не могу сделать. Я не могу достать прощу. Пиздуем отсюда, мы сейчас умрем. Чек. Что, сожрите меня? О, да. Да. Ну... тушить огонь, который тебя спасает, это моя гениальная идея, да. Я просто не очень люблю жизнь. Но я не могу понять, из чего сделать смолу. То есть теоретически я должна сейчас засмолить эту хрень. Look, over there. Joe's ship. We're quite close. Yes, let's go. Oh, they're here. It's infested down there. Wait, look. All right, let's see what There's you do. There's resin down there. And the barrel of diluent over it controls the footbridge. We need that а thing там here. Бочка? А, там бочка, да. Ну, ему типа надо погнять тот мосток. Who are you? We're just crossing. Well, you won't. I've been stuck here for ages with those rats. I need to get out of here. We have a plan. Do you have access to that footbridge? Yes, but I'll need your help. They raised the bridge. I can handle that. А, все, я вижу, как я хендлю. Но я не могу взять прощу в руки. То есть мне надо просто туда выстрелить. Тогда мостик опустится, и он сможет перебежать туда и открыть вот эту вот, поднять лодку. Но! Я не могу взять прощу. Как я тебе хендл ит? Игра. Ну, хули? Ты отхочешь от меня, родная. То есть, если бы я взяла прощу и кинула вот ее туда, то было все прекрасно. Но я не могу этого сделать. Дружочек. Или так бы еще, что я убью солдата, так я его не убью, у него шлем. Что-то странное, честно скажу.
Мне нужно просто взять прощу. Я не могу понять, почему она здесь не берется у меня. Прощуня. Родной. Давай ты кинешь. То есть я уверена, я кроме прощи никак не могу до туда докинуть. Но я не могу достать прощу. Ладно, давайте еще раз. Ну, или я дебил, я не могу понять, как это сделать. Но у меня есть выход к крысам, минимальный причем. Не, я еще пока не приехала. Ну, она не достает здесь ничего. Вы че, ребят? Look, over there. Joe's ship. We're quite close. Yes, let's go. Oh, they're here. It's infested down there. Wait, look. There's resin down there. And a barrel of diluent over there. They were making more tar. Lucas, that's up to you. Fine. Причем я могу ее херакнуть только из этой или из позиции лица. Ты не собираешься спросить, что мы делаем, мужик? Мужик, спроси меня. Отпускай, Лукас. Right, это должно делать я. It controls the footbridge. We need that thing here. We're just crossing. Well, you won't. I've been stuck here for ages with those rats. I need to get out of here. We have a plan. Do you have access to that footbridge? Yes. But I'll need your help. They raised the bridge. I can handle that. Я не понимаю, как I can handle it. Без прощи. Типа это ж херня какая-то. Даже дойдя сюда, я не могу стрелять. Они меня сожрут. Что-то я не могу понять. Давайте посмотрим. Док защитницы. Так, ну давай посмотрим. Потому что я реально могу быть туповатой. Так, чё-то я это, видимо, не туда. Ну, у тебя прощата работает, ну. Так нечестно. А как мне этот баг избавиться от него? Я должна прийти к какую-нибудь точку G. То есть чувак стоял вот где-то тут или там. Она не достается.
Люблю это. Как я люблю это. Сделаем так. И перезапустим игру. Давайте еще раз. Ох, кот от меня ушел. Давить? Игра, у тебя все хорошо. Что-то я совсем поплохела. Ты чё, родная? Так, я не понял, что это такое вообще? Что-то я закончу чуть раньше, чем 2 часа такими темпами. Так, может, у меня диспетчер задач? Шаловливый. Да нет. ГПУ немножко нагружен, но это из-за стрима. Что, я зря сменила на английский язык? Ты его не знаешь? То есть озвучку ты готов мне английскую пускать, а это нет? Да-да-да-да-да, давай быстрее. Мне сейчас придется и в мануальные настройки есть. Да. Я вижу примерно нихуя. Как-то ты странно работаешь, игра. Ты очень забагована. Да. Я ничего не вижу. Настройки так мануальные. Так. И Plucktail. Давайте попробуем открыть. А, нет, ты хексовый. Йо-хо-хо. Я не могу ее купить. Скорее всего, это пропатчилось багами первого дня. Ну, в смысле, не багами первого дня, а патчами первого дня.
На это стоит запомнить. Ладно, новая игра, продолжить игру. Нашла. О, ну китайским стали определять. Предлагаешь мне поиграть на китайском? А если я вернусь на английский? О, хай! Давайте попробуем на английском. Иногда это правит некоторые проблемы. Ну, типа, язык оригинала. У меня. Look, over there. Joseph's ship. We're quite close. Yes, let's go. Oh, they're here. It's infested down there. Wait, look. All right, let's see what you do. А, нет, все-таки здесь была смола. We need that thing here. I can understand that. Мужик. Мужик, солнце мое, ты не хочешь выйти теперь ко мне? Мы просто мимо проходим. We have a plan. Do you have access to that footbridge? Yes, but I'll need your help. They raised the bridge. I can handle that. Ну не берет она в руку. Сраную рогатку. Ну, ёб твою мать. А значит, я не могу еще кинуть малу туда, если бы она у меня была. Сейчас. Ну, то есть вообще голяк. Мне нужен камень. Серьезно, мне нужен только камень. Я, конечно, поищу сейчас точку G, из места которого я еще вижу эту штуку. Вау, правда, что ли? А я думал, нам не нужно. Я так просто бегаю по кругу. Утренняя пробежка. Как говорится, с великим бы удовольствием его прямо вот на этот камень насадило. Но, как ты видишь, что-то в нашей жизни идет с тобой не так. Вообще не так. Ну, мужик, разреши мне еще и пострелять, пожалуйста. Let's talk from my heart. Нет? А правда. Давай поговорим. У тебя шлем красивый. Хочется дать мне достать прощу. Я слишком много людей убивала, что разработчики решили мне такие. Она психованная, ну и нахер и с ее прощой. Ладно. Да, бывает.
Не так часто, но бывает. Иногда даже хочу попробовать ту еду, которую я, в принципе, не люблю. Макароны с тушенкой очень даже годненькая вещь, так что можно попробовать. Мне нужно прощать, чтобы открыть себе проход. Привет, чаек. Сейчас пойду смотреть, какая сейчас версия вышла у Plucktail. Давай, Steam, покажи мне. Расскажи мне, солнце мое, радость моя. Центр сообщества. Расскажи мне про патчи, тварь. Любопытно. Я могу здесь глянуть версию. Не кредекс мне не нужен, кодекс. Что такое кодекс? То, что я собрала. А, вот она. 51-я. Ладно, попробуем еще раз. Не здорово, конечно. Ладно, давайте последние вещи сделаю, что я могу сделать. Можно вернуть язык, потому что это ни на что не влияет. А без русского он еще больше лагает. Давайте сюда. Типа сделаем вид, что мы пришли заранее. Может, оно отбагается.
так как мы откатились на пол, ну, на одну страницу главы раньше. Сейчас мне здесь не будет проще работать. Вообще будет белиссимо. What a mess. Whoa, that smell. Tar. Makes your head spin. I don't hear any rats. No. But they were here. Look at this. That barrel up there must be the diluent. What? We should move on. Oh no! Stay back! They're following us! Don't panic! Все. We have resin. Здесь прощу, я могу открыть. Естественно, тут только наведение. Let's get to it. Ну да, русский. А, субтитры. Субтитры. Good. Shall I handle the reservoir part? What do you think? Да вперед. Yes, go up that ladder. I'll move the platform closer. On my way. Yes. Turn it all the way. Leave it to me. Да уж, мой господин, сейчас я крутану до предела. Good. Hold it until I tell you. All right. Ну, кстати, хотя бы прогрузились иксики и прочая херня. I'm letting go. Hang on. Ну, это совсем все было печально. Then о, еще... О, да. Я вместо У. The diluent. I see. It's alcohol, of course. Are we ready? Давай. Появились плотва. Ну, в смысле, работай, мальчик. Yes. Let's make that tar. Pouring. Do you know the quantities? No. I'm improvising. Please, don't kill us. Ой, да ладно, Дон Килос. Good. I think you can light it up. It's working. Yes. Well, that's one step. What now? I'm stuck. Wait. I think they experimented with some ingredients here and... Yes, that could work. I'll throw them to you. Those beasts are really close. Да нормально. Пекло. Here. Say when you're ready to catch. Go! You've got resin and alcohol now. Mix them. Yes, my господин. Done. Perfect. Now draw a pot of tar between those two big basins. Да, горшок нужен. Here we go. А я могу в этой штуке сделать? Please work. Let's see what our tar's worth. Так. Ну, сработало как-то так. Perfect! Yes! That last pool there is already full of tar. Coming! В смысле? Все равно не нужно было лишний игнифая потратить, да? You saved my skin. The tar did. This stuff works miracles. Anyway, nah. Thank you. No need for that. Воистину miracles. А теперь дайте мне достать сраную прощу, пожалуйста. Нет, здесь-то она не починилась. Ну, здесь оно, скорее всего, работало, но... А это ладно. О, инструменты мне дали. Сейчас вот мы выйдем из дверки и посмотрим, починилось ли оно или нет. Как только я носом найду эту стенку. Ну что ж. Our boat should be straight ahead, right? Don't be too sure about that. Listen, Amicia. About Hugo. I was stuck between Magister Vaudan and your mother, and I have no excuse. Так да, скушай. Если очень хочется, то нужно скушать. Все очень просто. I can't lose him. I can't. We'll do what's right. We will. Through here.
Нет, здесь ничего нету. Ну, обычно говяжье. Тушенка идет отлично. Look, over there. Joe's ship. We're quite close. Yes, let's go. Oh, here. Here. It's infested down there. Wait, look. There's resin down there. And a barrel of diluent over there. They were making mortar here. Let's use it to open a way to our boat then. Yes. Back to making tar. What a day. All right, let's see what you do. It controls the footbridge. We need that thing here. Оно починилось. We're just crossing. Yeah, baby. I've been stuck here for ages with those rats. I need to get out of town. I didn't expect that. Wait a moment. Вперед, тварь. He seems reasonable. He's scared. Good for us then. Here's your diluent. Да ладно. Thank you. He doesn't seem to know about our escape. Or he just hasn't figured it out yet. Вперед, малой. And here we go again. They don't like fire, right? Yes. Good. So how are you going to light that up? We have ways. I don't see any torches around. Just wait. We make miracles, comrade. Very beautiful fire. Pew, pew. Something. What's that flaming thing you threw in there? That's it's homemade. Basic alchemy. Alchemy. We don't much like all that around here. Too bad, because it's gonna save your skin. Soldiers. Good. Now there are two other basins ahead. Let's get to it then. Amicia, you should get on that footbridge to manage the diluent. I'll handle the crank to get it moving. All right. I'll tell you when I need you. Lucas, that's a job for you. Agreed. So where are you going anyway? We're fleeing this place. You two don't know we're in the middle of a lockdown. Yes, and people are dying anyway, so we're taking our chance. I see. Это звучит как очень разумная вещь. Hey, you're passing over the basin. Slow down. You went too far. Go back a bit. Опять спиртяги много, да что ж такое-то? А, ну, давайте слаганим. Мы знаем, что спирт очень любит огонь. Да, родной, что-то ты переехал резервуар, конечно. Чего я не могу больше разорвать? Ничего ебало. Жалко. У пчелки. Крути обратно тогда. Я ж не могу сдавать назад, это только ты можешь. Чувак. Ну типа делай круть-круть в свою сторону. Я могу тебе приказать? You can let go. Straight away. Ага. Все, поняла. Мы начнем с этой, и потом еще тут зажжем. Here we go. Вот так вот делай все за всех. Какой ужас.
protection for civilians. Great! We've had to rely on ourselves a lot. Честно, вы вообще херово работаете, ребят. Не в оскорбление вам, но... Нет, в оскорбление. Вы работаете как дебилы. Правда? Ты там застрял? Держи, чувак. Я пошла этому недоноску помогать. Amicia, I'm blocked. No, the light doesn't reach far enough. There should be a way. Yes, just throw tar directly into the fire. It will boost the flames for a while. That's... Well, yes, that will work. All right, let's try. А. То есть вот так вот. My eyes! My eyes! Go now! That tower won't burn for long. It worked perfectly. Thank you. Слушай, чувак. We may not know alchemy, but we've dealt with our fair share of tar. All right. Ну ладно. А я хотел сказать, что подозрительно хорошо шарите в алхимии. Для тех, кто ненавидит алхимию. Да. I'll try. Yes. Time to meet him face to face. We'll be careful. Who knows what he'd have done if we'd met in the city? Follow orders. Yes. No matter what they were. That was good work. We did it. Теперь я селитру не могу взять. Любопытно. We should go now. No? Yes. We're in a hurry. Нет. Знаете, что я могу сказать? Нам нужно больше пая для выживания в основном. Sure. I'll escort you back home. Actually, we must keep going that way. Impossible. You're going back home. Oh, come on. Let us go. We did our part. The law is the law. Let us pass, or you'll regret it. You're threatening a soldier of the army of Provence? I am. This is too important. Wait. Wait. In the outskirts. Our men got attacked by a girl and a boy. You escaped. Amicia, you could blind me. Yeah! The boat is right there. Yes. Bon appétit, мои милые крысы. Блин, там есть сера, но если я пойду и потрогаю ее... Мышки потрогают меня в ответ. Я вижу, что здесь есть дверь. Бля-бля-бля. Нам нужно сюда. Смотрите, есть... оставил ли он здесь что-либо. Особенно в том домике. А ведь все могло так хорошо кончиться, если бы ты не был дебилом. Ты пошел к себе домой, я пошла к себе домой. И мы все такие радостные пошли бы домой. Живы. Даже, возможно, со всеми конечностями. Но нет же. Закон есть закон. Да был. Ну-ка как-нибудь так подойти и скоммунистить. Очень хочется. Ну, прям очень хочется. Там сера. Ковну. Ну ладно. These people. I'm done trusting any of them. Yes. Да ладно, он нам помог. Да, в конце умер. Да, не здорово получилось. Ну, типа, помог их с их кузнем, как говорится.
Ну, вы понимаете, я очень мирный человек. А нет, недостаточно мирный. У меня 5 не хватает. Ладно, я подожду еще. Потому что в моих интересах сжечь их напалму. Ну, блин, зачем мне убивать незащищенных врагов, если я могу поджигать их? Так смерть гораздо мучительнее. Let's see that boat. It's a public health matter. You should have left when you still could, Joseph. I am waiting for a client, and I always honor my contracts, my friend. Consider your contract cancelled, then. The harbor's locked down, and you're trespassing. He's our man. Yes, and trouble's coming. We need to move. All right, you know what? I have better places to be. No, you've seen too much. I'm arresting you. Oh, come on. You know what? Piss off! No! Йозефу! Joseph, wait! Stay where you are! We're here on behalf of Magister Voda! We need to leave town! What do you think I'm doing? This place is a mess! Please! We're stuck here! There's a child with us! All right, all right. Meet me at the next pontoon! Who are you? Where's the captain? Shit! Спасибо, бро. Yes, come on. Ты же мое солнышко. Ой, yes. Блядь, не могу взять. Иди их. А я тут пока буду. Так. Выстрели еще раз, мужик. Ой, а это я возьму. Ладно. Слушай, Джозеф, а ты хорош. Хорош. По-моему, ты мой теперь любимый персонаж в этой сраной игре. Ой, блядь, они меня заметили. Ой, какая неожиданность. Чувак, тут еще один. Спасибо. Ты ж моя радость, слушай, прям на. Мужчина мечты. А, можно у нас перестать? А, это враг стреляет. Тек. Да я вас в свете уже, господи, успокойтесь, крысы. Ты у нас без башки или? А можешь жить большой счастливой жизнью, опять же. Так. Я не могу взять все равно. Отцепись, крыса. Не для тебя вот это вот все росло. Ну, сжигать тела, да. Ладно, в баб окно ты точно попадешь. Рано или поздно. Я вам не верю, крысиные морды. Поэтому давайте я зажму вас. Так, это ножичек. Ножичек мне в данный момент не нужен. Потому что у меня уже есть, но... It's not wood burning, it's bodies. This is where they all end up. We're out of tar and bodies keep coming.
Well, it means our cleaners are making progress. This is not cleaning. Most of these people are sick. The beast is emptying the city. It's a massacre. Stay out of sight. Твою ж мать. Чуваки в шлемах. Да. Он прилег отдохнуть. Все гол... А вот то, что у него из головы вытекает, это варенье. Твою ж мать. Один с башкой. Второй с башкой. Они все с башкой, кроме лучника, был. Nothing over here. Да, определенно, it's over here. It's over here. Ты не слышал своего друга? Вали к херам, пожалуйста. По человечу прошу. Спасибо. Люд. Блять, я побежала. Я зря побежала. Вот это вот одна колосинка пшеничная закрывает меня полностью. Их решение все еще довольно спорное во многих вопросах, но она забавная, как минимум. Ага. Крышки. Крысяцию. Everything seems clear. Тут никто не ходит. I'll better have a look over there. Нахера тебе где-то смотреть? Блин, мне очень хочется того убить, он без шлема. Ну, типа, сама виновата. Стоило шлем надеть. Знаете? Блин. Не то оружие. Ой, фак. Да как ты заметил меня? Бля. По-моему, Хьюс, у нас проблемы. Как тебе сказать, он alright? Больняво ему, больняво. Ну что поделать? Ага, вон еще один лукарас стоит. Я дотянусь оттуда? Я слишком далеко. Можем заставить их съесть труп, и тогда они нам очистят путь. Looks like I'm stuck here. Слишком далеко. А? Давай, иди сюда. No doubt. You'll be sorry when I find you. Так иди туда и проверь, дебила кусок. Чё, правда? Мне нужен хоть один труп, пожалуйста. Я жду тебя. No doubt.
you cowards! No point searching here. That's it! I'm sure, get behind me! Sure, that's it! I'm sure! Area's clear. Иди нахер. Видишь, я тут развлекаюсь. А, на это он не реагирует. Тогда уходи, чувак. Что могу сказать? Зря на тебя снаряд. Но они тебя даже не трогают, чувак. Они заняты твоим другом. Или ты считаешься мертвым? Скажем так, игра простенькая, она не для всех. Ну, в плане, кто хочет челленджа или чего-то типа того. Это такая милая история о чуме и крысах. Ладно, я сейчас рискну, конечно, выпрыгну сюда. Кстати, он меня типа замечает. Ну ладно. What do we have here? Но как минимум она точно забавная. Так, ладно, будем через эту менюшку крафтить. Больше 10 все равно не могу носить. Ну хоть селитру возьму. Даже забавно. Ну, то есть он знает, что он должен быть сожран. Но его не жрут, потому что. Что-то патрулей дохерища прям. Мне не нравится. Знаешь, в чем плюс своего патруля, милый? Он сегодня закончится. Кто-то еще здесь палит меня. Сундук. Сундучок. Мне серы не хватает. Йоки-доки. Больше ничего нет. Ничего ничего не могу, например, взять эти шикарные кишочки себе. Он завис от чувак, потому что, ну, типа, его должны были сожрать крысы, потому что он стоит в территории, где сжирают крысы. Но они заняты первым трупом. Поэтому он просто такой, ну что мне делать? Я не знаю. Что-то пошло не так в моей жизни. Знаешь, как Траволта с этим... плащом. Блин, опять битрейт стал просаживаться. Что, перейдется еще перезагружать стрим? Прям не сдалось мне сегодня. Ой, блять. Ой, блять. Нет, ты ничего не видел. Где крысы? Чтобы тебе сделать больно. Я все еще не умею поджигать тебя. Ой. Ресурсы. Ты ж моя радость. Иди сюда. Вообще мне нужны детали в основном. О, сера.
Давайте уж докрафтим для полной красоты. И сейчас я куда-нибудь просру все вот это. Ты кому это говоришь? Крысам? Если крысам, то хорошо. А где они? Я хочу, чтобы крысы тебя нашли. Они голодные. Они маленькие, пушистые, голодные зверюшки. Будь добрым, покорми их. Двое. Ага, вижу. Вон чувак. Ага, я не могу этого сделать. Камнем. Теперь я хотя бы знаю. Сейчас он будет рядом, я постараюсь его поджечь. Поджечь. И там внизу были крысы. Да не было там крыс внизу. Ладно, чувак, давай. Не судьба, это факт. Или он даже не подходит достаточно близко для этого. Не подходит. Крысюхи! Идите сюда, моя хорошая. Я вам завтрак принесла. Не его я хочу. Там еще есть крысы. Теоретически его тоже могут сожрать. Выйти ж, гад. А, вон еще крысяхи бегают. Окей. Были какие-то ресурсы, которые я хочу поднять? Это не вижу, честно говоря. Так что можно спокойно уже идти. Там, может было бы палочки покидать. Да ладно. Да? Да заблуждайся, пупсик. А мы пойдем, пока у меня ничего не лагает и ничего не отваливается. Ну, кроме стрима, естественно. Кушай мне не особо интересен. Сырье, кстати, интересно, ладно. Следующее это прокачаем. Это мне не особо нужно.